Александр Кирияцкий. Я не ведро. Мерзостям сталинизма эвкунус бенсен эт фульхуре кунус канта эт хунур эт ай ардимен эппаур э симпарте цнун джек дамур ну суйтан фат цнун сапчати арлун мельхур дентрелс мальвац. Je suis des fous comme des penseurs, j'ai vu la honte et l'honneur, mais j'ai connu l'audace, la peur de son amour comme leur jongleur. Je n'en suis pas sot que je ne sois pas meilleur parmi ses choix. Смотрел на ум, да, дурь в упор, как честь я видел и позор, знал страх и смелость я на спор, любовь свою, как их жонглёр. Я не ведро, не лучший выбор, перебор зла, где перо. Эпиграф из стиха Гильома IX герцога Аквитанского, годы жизни 1071-1127. Перевод на французский и русский с окситанского языка Александра Кирияцкого. Поганый прародитель, склок набрал бы в рот воды глоток. Ты, сталинист, понять не мог речь. Мир без спорки словесный должен дать урок. Я для шестерки, коль Петр Лещен как кулак, и Козин не народов враг. Ты в гневе Юрьевой, как так, 100 лет справляли. Вертинского бьет твой башмак под блеском стали. За песню смерти юнкерам, кто их на казнь послал, тот вам слыл богом и вел к временам, где крови гулага. Под утомленным солнцем срам помнит бумага, доносов не твоих, там миг, осень прозрачна, утро крик, вам я не враг, но и проник в дом черный ворон. К вопившему зря, вождь велик, кто Коба, вор он, твой комсомол гнет пожилых, в грош их не ставил, как былых, сомнительных людей, как льжимых, зерен у хлопка, средь брошенных солдат хромых, слушавших робко. Я старше вас, дитя мое, тебе культура и гнилье. Наследие грязное белье, хрущ встать-то дал им, добило их, как ты, жилье, соль, смерть опалы им, со сцены Лемешев долой, Раневская расплени слой, Бабанову гони метлой, мы чуть забыли, а Горбачева вспомнил былой, следа старым или... И молодые помнят их, Вертинского глаз не утих. Культ злобы Сталина стал их, не смеет ухо их песни слушать, помнить стих прежнего духа. Учить еще врага латынь, да по-французски думать сгинь. У зла Гораций, как полынь, чих вызвал все плиты и кашель от памяти святынь. Древность не гробы ли больней всего, что чей-то дед оставил сердце внука след, как Козин и Вертинский бред. Лей яда к елею, испортим праздничный расцвет бой юбилею. Ох, не удался в первый раз на мать покойную наш сглаз. Знай, мастер, стряпанье проказ. Прям плюну в душу, чтобы внучек рвать шо в унитаз. Праздник разрушу, не первый у него язык. России матушке привык, он по-французски мыслить бзык. Вот и зацепка, я словно критик в адрес прыг. Жалю я крепко, поставлю первым я клеймо,
и на мою строку само польется для него дерьмо. Лиц просвещенных, без дел сидящих под трюмо, у рам оконных, так Лещенко Петру я пщу, дворя проклятых не прощу. Шипятся внуку, как лещу, на сковородке дам рыбу я как раз хочу, к слову, как к водке. Бей ненависть рабочих масс, простых и смертных, дух сейчас сильней объединяешь нас. Зависть к везучим ведем ученых в школьный класс. Где жить научим? Гады, сталинист, что ты творишь? Царит, считаешь, серость лишь? Ответь стихом пеня из-под крыш. Страх перед светом, вой в прозе твой, стихом молчишь, слог лею с сюжетом. Я жду от сталинцев стихи, пусть пишут, как мои плохие, но с рифмой и без чепухи. Я ж Ванька, встань-ка, ты прежде чем сказать «Чхи!» в зеркало глянь-ка. Александр Кирьявский. 20 декабря 2021 года.